Всем привет! Сегодня выходной. Приехала в город. Нужно было сделать кое-какие дела. Да и хотелось просто выходной день прогуляться по весенней Риге. Да еще в такую чудесную погоду. Но думаю, наверное, это была не очень хорошая идея. Потому что сегодня в городе проходит Рижский марафон. Какая красота! Съезжаются на него люди из многих стран, тысячи бегунов. Этот марафон длится все выходные, ну, то есть 2 дня. Везде играет музыка, в городе весело. Сейчас вы все увидите. В общем, это больше похоже на какой-то, не на марафон, а на одну большую тусовку. Пойдем посмотрим, прогуляемся. Погода чудесная, светит солнце, тепло. Такого мая я вообще не помню, чтоб столько недель, уже сколько недель, 3-4 неделю, по-моему. Но 3 недели точно, такая вообще замечательная погода. Так что надо пользоваться, кто его знает. Может, в июне не будет продолжение лета, а начнется осень. Привет, отец! Мы спорт, отец! У нас затвори! Вот эти деяши, он... Бегут предприятиями, офисами, семьями. Такие соблазнительные зеленые лужайки, и действительно хочется на них прилечь или посидеть с книгой. Обалденно красивое дерево, ярко-желтого цвета, очень похоже цветами на акацию, только цветы покрупнее и листья немножко другие.
Почта работает. Заканчивается наша прогулка. Хочу с вами попрощаться. Всего доброго, весеннего вам настроения, чудесной погоды. Всего-всего вам хорошего. До новых встреч!